Прокуроры не должны придерживаться обвинительного уклона, заявил сегодня генпрокурор Казахстана Берик Асылов, открывая форум гособвинителей в столице. Главная задача – помочь суду разобраться, виновен гражданин или нет, подчеркнул он. Сегодня, по словам юристов, в стране шанс получить оправдательный приговор менее 2%. Это связано и с другой проблемой отправления правосудия. В Казахстане ощутимо не хватает прокуроров, что сказывается на качестве их работы. Коллеги адвокатов тем временем выступают за законодательное равенство с прокурорами. Основная нагрузка приходится на прокуроров районного звена. 90% судебных процессов проходят с их участием. В ряде регионов на 2-3 судьи приходится по одному гособвинителю. При этом перечень дел, рассматриваемых судом присяжных, расширяется. Конституции адвоката нет. Прокурор есть. Закон о прокуратуре конституционный, по статусу выше. Наш закон, он простой. Потом следующий вопрос финансовый. Содержание прокуратуры хорошее, бюджет ежегодно выделяет. А вы знаете, по большинству уголовных дел государство предоставляет бесплатного адвоката. Да? Ну, адвокат, которому государство платит. Вот чтобы... Вот мы посчитали, если бюджет, выделенный на это 2,7 миллиардов тенге в год на всех адвокатов, приходится по 80 тысяч тенге в месяц. Понятно, что это гораздо ниже зарплаты прокурора.